Так, ну чё, остается горячий мужчина, да последняя вешка. Метатель-мамитатель. Ну очень горячий парень. Ой, ты смотри-ка, чё, сгорел на работе, безобразие, да? Огненный хват. Здравствуйте, мужчина. Ага, а я о чем? А я тебе о чем? Лук стража леса. Это вам не в тапки срать, ребятишки. И чё метаем? Пш. Иди сюда, друг. Иди сюда, покажу фокус-покус. Ну, молодец. Ой. Ха-ха, шикарно, да? Видал? Гвоздя с досками. Да еще и ледяная. Так, чё там? Ой, стоять. Стоять, мужчина. Отлично был. Ну вот она, последняя вешечка. Мне через дверь впереди. Мясник за... Да блин, я этого горячего мужчину знаю. Да, красавчик, красавчик. Ну очень горячий парень. Похоже, он ослаблен. Ну ничего, мы его сейчас разогреем. Мы его разогреем нормально. Погнали к пацанам. Кажи еды, а я маленький такой. Что мне страшно, что мне грустно. Да нифига мне не страшно, когда гвоздя с доской со мной поед, блиночки. Пацаны, все сделал красиво. Дашь ход по ресторану, все четостно будет. Да говорю, нормально, красиво сделал. Блин, слушай, че у тебя за напарник? Он вообще тугой, что ли? С тебя про... Понятно, ты такой же, да? Дикость какая. Блин. А старший-то где? Ты не дерзи, смотри, а то я тебе эту гвоздя с досками в голову воткну. А так я тебя еще и заморожу. Супер, да? Мужчины, давайте вот так продемонстрирую на расстоянии. А то задену еще, рассыпешься со своей макашкой. А? Хороша, да? Чего, такую же хочешь? А ты хочешь... Да, где такую взять? Ничего, нормальная палочка вообще. Слушай, да без проблем. Просто участвую в розыгрыше на канале Печка ТВ. И готово. Гвоздя с досками. Главный приз. Все победители получают по такому фантастическому луку. Лук стража леса. И по 10 криогенных нанитов. Вот так вот. Жгем, пацаны? Давай, ждем. Ну давай посмотрим розыгрыш. Холодно, о, аж морозит, ужас какой, вообще. Друзья, ну что тут еще добавить? Желаю всем удачи, напоминаю, читеры не побеждают. Если ты оставил больше одного комментария со своим ID, ты не побеждаешь. Где смотреть ID? Заходим вот сюда, в настройки, нажимаем вот эту кнопочку, и ты его скопировал. Не ошибайтесь, если ты ошибешься со своим ID... А, пар жжет. Ну вот тут только пар жжет, да? А мужчина вообще не жжет. Ну ничего, мы его сейчас разогреем, нормально. Если ты ошибся с ID, если ты не выполнил условия розыгрыша, а условия у нас простые. Быть подписанным на канал, конечно же, оставить комментарий со своим ID, ну и поставить лайк этому видео. Вот и все условия. Победителей 8. Каждый получает лук стража леса и 10 криогенных нанитов. И главный приз. Гвоздя с досками. Это легендарное оружие, поверь мне, будет ломаться у тебя очень долго.
Я достаточно долго сказал «очень». Очень долго, в общем, она ломается. Вот сколько она у меня, значит, есть, я ее все никак сломать не могу. Серьезно, без шуток. Пацаны, я сейчас вернусь. Разогреть надо мужчину. Реально, что-то холодно у него в подвале. Я, блин, продыб. Еще дождь этот гребаный, вообще беспредел. Скоро вернусь. А что еще у нас за активности сейчас в игре? Активности, как всегда, хватает. Вторжение распадников прет уже вовсю. Очень много всего шикарного и крутого можно получить. Кучу просто огненного оружия. Соответственно, шмот по всем видам урона, да? Также собрать вот такой вот офигенский рюкзак. Шикарный рюкзачок. Блин, все-таки реально огонь, да? В прямом и переносном смысле. Класс, да? Выглядит, конечно, убер-убер. Ну и. Очень много даже еды. Вот этой вот. Вот эта еда, она просто суперская. Периодический урон. Временно увеличивает урон. Эффекты складываются. Вот, она стакается. Это да, это очень круто. И. Морозная лотерея. Давай сейчас фри прогоним. Морозная лотерея, она морозная, да? Она, что про нее сказать? Что сказать про морозную лотерею? Она морозная. Криогранатки оставим. Так, это все оставим. Ну, давай вот так вот. Ну, давай, мужчина, удивите меня. Кручу-верчу, запутать хочу. Да, блин, я вот сюда выбрал, где 5 этих было. Ерундовин. Арктический рюкзак, он на 20 ячеек. Хо-хо, шикарно, да? Ну, прям то, что доктор прописал. Когда уже этот дождь гребаный закончится, а? Беспредел вообще. Хоть под козырьком, что ли, постоять. Печеньку намочу. Не, пойдем внутрь. Волки-палки, давай. Жесть, блин. Промок, давай хоть погреемся, что ли. Следы огромного тела, которое сожгли. Ну, это жестко, конечно. Но это тот самый парень, да? Смотри, что, полыхает. Печенька просыхает. Давай. Вот так вот. Не сильно? Нормалды? Ну, ничего, будет жареное печенье. Что с того-то? Вот так хорошо. Все, просох? Да, я просох. Можно бежать вниз. Ладно, что ты пищишь? Погнали. Тебе прям не втерпешь кровожадное печенье вообще. И мы начинаем. Так, у нас все фантастически, да? Значит, для начала надо помещение это разогреть. Ну, потому что здесь реально не очень. Прям холодно. Дружище, здравствуй. Ну чё, как? Нормально? Вот так. Гори-гори ясно. А ты так подрос, молодец. Да? Смотри, подрос. Растишку кушаешь, да, блинчики? Ну извини, я пошутил. На еще. О, ничего себе, шикарно. Ты еще и сюда выходишь. Сейчас, погоди, я вернусь. Дружище, расти как-то быстрее, ну серьезно. Тебя легче убить, чем прокормить. Ой, ты правда растешь. Ха-ха! Ты правда стал больше? Серьезно? А еще больше вырастешь? Скоро узнаем. Мне кажется, или реально мужчина огромный. Че, серьезно, дружище? Я не хочу домой ехать еще за одним стволом. Ты должен разогреться до максималочки. Друг, как ты мне надоел? Ты ж сколько огня кушаешь? Я же в шоке вообще. Большой мужчина, понимаю, ну сколько, нифига себе, ты представляешь, я тебе винтовку какую подарил. Ну да, с АКшечкой-то попроще, да? Вот так вот, аккуратненько, смотри, что. Чик-чик, накидываем и готово, блин. Ё-моё, чё я сразу мучился с этой винтовкой? Не спрашивай меня. Нюка. Хо-хо-хо! Тише, друг. Что ты будешь делать? Вот это я понимаю, машина. Ёлки-палки. Ты чё, серьезно, что ли? Мужик. Я понял, я больше не буду. Не буди во мне зверя, да? Нифига ты живодристик. Да ты прикалываешься. Да, это дичь.
Опа, хорошо все. Опа, хорошо, да? Антистанта надо было брать. От этой шаляпы. Бегу, бегу. Вот так. Так, понял, убежать от тебя вообще нереал, да? Бегу. Мужчины, мужчины, вы еще тут со своими тремя копейками. У вас как бы босс вообще нормальный парень, без Б. Ох, чую, Сет сейчас откиснет. Ой, чую, откисает Сет. Какая грязь. Хорош, хорош. Без Б, блин. Да. Молодец, блин. Молодец. Удивил, друг. Красавчик, уже удивил. Ёлки-палки. Промазал, бомж. Не все ж тебе попадать. Че это такое? Я в шоке. Только бы Сета хватило, а. Только бы Сета хватило. Жизнь какая. Держи гранату, блин. Да, блин. Да уж. Вот так вот. Уходим, уходим, уходим. Промазал, промазал. Рукожопый, рукожопый. Бегу, бегу, шучу. Шучу, мужчина, вы фантастический. Я вообще как бы шокирован. Я как бы вызвал, да, и уже пожалел. Вот так, хорошо, блин. И... Фу! Уха! Какая грязь! Какая грязь! Я уже сразу забыл, короче, про гвоздя с досками, да? Про наниты какие-то, монониты. Какие наниты, монониты? Жесть, блин! Нужно метнуть сюда. Метни сюда какашкой. Да это ж беспредел. Ха-ха! Серьезно. Дело сделано, пойду на веранду. Фу, блин. Это было жестко. Ты это видел? И я это видел. Очень дико, очень дико. Череп раскаленного мясника. Можно поменять у перекупа в сгоревшем ресторане. Фантастика, просто фантастика, ну согласись. Ну да, жесткий мужчина. Ну-ка, что там от легендарного Сета осталось? Можно было быстрее? Конечно, можно было. Но-но-но. Очень жесткий мужчина, да. Это забавно. Активируется на 100%, чтобы получить голову мясника. Ёлки-палки. Но скорость у него, конечно, дичь, да? То есть убежать невозможно, поэтому надо стрелять, стрелять, стрелять нон-стопом прям вообще. Чем меньше будешь бегать, тем больше останется шмота. Учись ботать козырно, пригодится. Сегодня фартовый, завтра готовый. А вот это я запомню, красавчик. Ну как бы это, ребят, ну вы поняли, да? В розыгрыше участвуй, получишь вот такой вот лук, который просто разорвал этого бомжа. Ты видел? Нет, ты не видел, ты тут стоишь под дождем, мокнешь. И конечно, конечно, гвоздя с досками. В баре Эпицентр рассказывают, что череп-артефакт можно добыть только если очень разозлить мясника. Причем винтовка полная отстой, да? А КМ хромомых бойцов распада вообще красиво справился. Вот что-нибудь такое, да? Не надо винтовочки тратят. Куда-нибудь в другое место пригодятся. Когда нам потребуется черепок? Ну, я думаю, вот. Вот сюда потребуется черепок, да? Тесак мясника. Вообще огонь. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал. Видосы выходят. Да только перекуп обидится. Нифига себе, да? Намек.
Хорошо, куда-то поплывем рано или поздно. Видос выходит каждый день. Играем не только DOS. Ну и, конечно, оцени ролик Лукса. Удачи тебе. Мясник на соточке, да, хорош, хорош. Всекает. Пока-пока.